В Туркестанской области работы по благоустройству, озеленению и уборке районов и городов находятся на строгом контроле акима области Дархана Сатыбалды. Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании. Были озвучены замечания акимам районов и городов, которые не могут благоустроить территории, за которые несут ответственность. Руководитель отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима области Мадияр Алипов доложил о результатах работы по благоустройству, озеленению и уборке районов и городов в Бадибекском, Сайрамском, Тюлькубасском, Сарагашском и Келесском районах и городе Арыс. Проводятся только работы по уборке мусора, сухостоя и побелке деревьев. Не уделяется внимания приведению в порядок территории придорожных домов и их ограждений. Ведутся работы в парках, скверах, местах отдыха. Приводить в порядок фасады многоэтажных домов начали в Тулебийском, Шадаринском, Ордобасинском районах и в городе Кентау. В некоторых районах проводится побелка фасадов зданий. Вопросы благоустройства, озеленения, поддержания чистоты в районах обсуждаются с прошлого года. Однако пока ни один район, ни один город не продемонстрировал систематическую работу. Со стороны аппарата это должно строго контролироваться. Каждый район, каждый город должен иметь четкий план мероприятий по благоустройству, уборке, озеленению и сроки выполнения работ. Если план не будет выполнен, примем меры, сказал глава региона. Особенно важно, чтобы международные автодороги были чистыми. Очень важно сделать Туркестан чистым и удобным для туристов. В рамках государственной программы необходимо привлечь к этой работе граждан, занятых на общественных работах. В работах по обеспечению чистоты и благоустройству населенных пунктов пусть принимают участие и управление. На совещании даны поручения по усилению работ по побелке и покраске зданий и сооружений, обустройству пешеходных дорожек, игровых площадок, формированию благоприятной среды для населения. Ружан Жаринбаева, Асылбек Мансурхан, новости.